Рисует красками жизнь. На Волжском трубном заводе стартовал новый культурный проект. Он посвящен юбилею завода, который будет отмечаться в следующем году. Кроме этого, в день рождения завода на ВТЗ открылась выставка ветерана предприятия Александра Виноградова. Волжские трубники успешные в труде, в семье и в творчестве. Александр Виноградов 30 лет проработал на горячем стане. Сейчас на заслуженном отдыхе полностью посвятил себя живописи. Любимая тема – красота родной природы. Но Волжский трубный завод навсегда в сердце художника, признается мастер. Он стал для Александра Леонидовича родным. Сегодня здесь трудится вся его семья. Радует то, что вся семья здесь работает. Дочь работает, зять работает, племянник здесь работает. То есть это уже не только мое, а семейное предприятие. Поэтому всегда успехи завода, всегда мне интересно. Выставка Александра Виноградова открыла новый художественный проект Волжского трубного завода, посвященный 45-летию предприятия. Этот своеобразный юбилейный подарок заводчанам так и назвали – «Рисует красками жизнь». Среди самых почетных посетителей вернисажа – заслуженные люди завода. Сегодняшние производственные успехи ВТЗ ветеранов только радуют. Вся юность здесь прошла, это раз. Во-вторых, столько друзей осталось. Мы с ними до сих пор общаемся, встречаемся. Я была очень рада, когда меня пригласили на встречу. Волжские трубники гордятся преемственностью поколений и уважают традиции, которые много лет назад заложили ветераны производства. На их трудовой подвиг сегодня равняется весь 12-тысячный коллектив ВТЗ. Вот почему ветераны всегда долгожданные и уважаемые гости на всех корпоративных праздниках и торжественных мероприятиях. Мы гордимся нашими ветеранами, потому что все то, что имеет сейчас завод, что имеем сейчас мы, все эти мощности производства, все это процветание напрямую зависело от того, как начинался завод, с какой душой люди выполняли свою работу. Профессиональный опыт, житейская мудрость ветеранов востребованы и сегодня. Они помогают предприятию в решении важных производственных задач. ВТЗ по праву считается флагманом трубной металлургической компании. Его продукция популярна во многих странах мира. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».